Добрый день, друзья! Привет, братишки и сестренки! Сегодня расскажу о результатах запуска нашего клуба. Прошло буквально там пару дней с момента запуска, с момента начала работы. Расскажу о результатах. Отвечу, наверное, на самые такие, самые часто задаваемые мне в личку вопросы. Очень много насыпали вопросов. Я все понимаю, друзья, к сожалению, каждому лично без обид не смогу ответить. Сегодня отобрал все вопросы, основные, ключевые, и буду отвечать на них. По результатам сразу скажу, кто еще не знает, под видео будет ссылка на чат в Telegram. Здесь вся работа идет, все здесь выложены результаты, скриншоты нашей команды. Плюс будет ссылка, опять же, на Telegram-канал мой, где я регулярно пощу результаты. Сделали даже мы на днях видео с результатами нашей команды. Там буквально, ну, к сожалению, все не влезли сюда, старались как бы не затягивать это все. Сделали с результатами здесь люди конкретно с нашей команды и результаты их, которые они там за первый день уже сделали. Так, ну, здесь, опять же, не буду показывать весь ролик. Я, в принципе, его вчера выкладывал на YouTube, сделаю вверху там ссылку. Кто еще не видел, пусть посмотрит. Как по мне, проект, который мы отобрали для работы, ну, это один из самых таких высокоэффективных. Плюс, опять же, кто еще не знает и кто еще не слышал, почему мы выбрали этот проект, я уже рассказывал. Но здесь даже важнее та методика, та стратегия, по которой мы работаем в данном проекте. Мы именно общались с создателем данной стратегии. И опять же, суть и соль нашей, как клуба нашего, мы выбираем лучшие проекты, ну, такие уже проверенные. И людей, которые достигают там максимальных результатов, с ними создаем, так сказать, коллаборацию и данную методику используем в нашем клубе. Человек, ну, заработал на данный момент, так, это, наверное, старое уже. Посмотрим, сколько он сейчас заработал. 84 показывает. 84 тысячи долларов на данный момент. В рублях, просто для мотивации, давай посмотрим. 5 миллионов 993. Это за месяц. Человек при 11 всего приглашенных. Это, опять же, сразу перетекает вопрос. Ну, наши результаты пока скромные за несколько дней. Вот, например, там один из аккаунтов наших. Там, давай в рублях уже. Просят в рублях все показывать. Будем в рублях показывать. Как бы нам не сложно. Вот. Ну и так далее. Так, что я хотел дальше рассказать. Самый главный вопрос, который задают. Ну, вот многие здесь как бы основа в данном проекте, это построение команды. Все, ну не все, большинство сразу, есть, конечно, лидеры приходят и сразу зарабатывают там со своей командой, как бы для них это не проблема построить, тем более проект безрисковый, здесь все на смарт-контракте, и нету таких проблем, как в других проектах, что деньги где-то зависнут, какого-то там админа, здесь нет вообще админской кассы, здесь весь, ну, смарт-контракт сразу с кошелька на кошелек пересылает данные там, ну, эфиры, он работает на эфире, в принципе, сразу там на ваш кошелек, там, сколько у меня там сейчас осталось, там, 900, там, ну, вот сразу на ваш MetaMask или на Trust Wallet эти деньги прилетают, и никакой админ никуда не соскамит этот проект, поэтому мы одна из причин, почему мы выбрали данный проект, мы взяли его из-за того, что есть гарантия, что админ не вмешается сюда, он уже не перепишет этот смарт-контракт, ничего тут не сделает, и деньги сразу переходят, ну, перечисляются на ваш кошелек. Никто никуда с ними не убежит, не исчезнет, не пропадет, как в других проектах бывает, особенно инвест-проекты славятся этим, что там набирает какую-то кассу админ, и админ считает, что ему уже достаточно, и скамит проект, уходит. Здесь такое невозможно, поэтому в этом проекте можно работать вечно, там, даже не один год, поэтому мы его отобрали. Плюс стратегия, ну, человека, с которым мы пообщались, который ее уже как бы, ну, о ком я рассказывал, он очень интересное заметил здесь фишечки в данном проекте и применил в своей команде. Теперь мы применяем своей, и результаты как бы нас очень радуют. Ну и реально столько, вот они там, эти скриншоты, это за первый день. Люди, которые там тоже там
они изначально вроде бы как не умели приглашать, боялись это делать, не умели строить команды. И вообще, ну, на такой вопрос, который задают большинство новичков, а если я не умею строить команды, что делать? Во-первых, друзья, задай себе, дружище, вопрос. Такой, например, таксист, которым ты там пользуешься, ездишь там, пользуешься его услугами, ездишь на его машине, он когда-то тоже там, наверное, не умел водить. Там повар, который там сейчас, там кафе, в которое ты ходишь, там сейчас, наверное, ну, мало кто ходит, но раньше ходил. Он тоже не умел там готовить еду. Да ты сам, в принципе, когда родился, ты не умел ходить. Как бы как-то научился, но в чем фишка данного нашего клуба? Что люди попадают именно в атмосферу и варятся именно в этом окружении, которое так же, как и они, оно ничего не умело. Ну, здесь взаимная поддержка, друг друга все поддерживают, помогают, и опять же обучение идет от команды, и люди, работая всей командой, во благо именно каждого члена команды. То, о чем я всегда говорю, что вместе мы сила. Если мы объединяемся, кто-то делится какими-то своими ресурсами, там, у кого-то есть время, у кого-то есть там навыки, у кого-то есть, я не знаю, там какие-то умения, которые в команде, они суммируются, и вся команда начинает зарабатывать. Поэтому, дружище, если ты именно, ну, как бы, не просто ты там хочешь заходить, там, зайти, посмотреть, там, ну, я не знаю, понравится тебе, не понравится. Если ты реально настроен на то, чтобы зарабатывать, как уже такой лозунг у нас, неприлично большие деньги, и реально там построить свою жизнь, как-то изменить ее и сделать так, чтобы у тебя уже там кризис не убил тебя окончательно, твои финансы. А наоборот, ты вышел из этого кризиса уже как бы с нормальными деньгами. И опять же, там, чтобы у тебя уже была возможность дальше выбирать, там, возвращаться на свою работу, не возвращаться. А если там, в принципе, ты лидер и у тебя есть команда, я советую зайти и пообщаться с нашими админами. Пишите, мы вам расскажем, потому что проект реально шикарный. Рисков вообще практически никаких нету, потому что смарт-контракт, деньги сразу приходят. И расскажем о своей методике, которая позволила даже там людям, которые никогда, как они заявляли, им как страшно было общаться с людьми, они не умеют строить команды, они раскрываются, ну, просто даже сама атмосфера и обстановка в чате и командном, и в нашем клубе, это взаимоподдержка и обучение новичков. Люди делают просто классные результаты, и всех это радует, всех это мотивирует. В общем, дружище, если ты настроен реально нормально зарабатывать, а не ходить там копеечки какие-то там сбивать из проекта в проект, заходи в данный чат, ссылка будет под видео, подписывайся на мой телеграм-канал, подпишись на мой YouTube-канал, здесь будут все новости. И опять же, если тебе понравилось данное видео, поставь лайк и напиши в комментариях, если есть какие-то вопросы. И опять же, в чате заходишь и задаешь любому админу, да, я думаю, они там, в принципе, будут приветствовать всех и сами к тебе обратятся и помогут, поддержат. У нас так принято, что всех новичков поддерживают и дают всю информацию, а дальше ты уже сам принимаешь решение, берешь ответственность на себя, и если ты готов зарабатывать, это реально тот проект, которым можно заработать очень хорошие, хоть и неприлично большие деньги. Итак, дружище, на этом все. До новых встреч.